Вот, смотрите, сколько снега. Прям все на дорогу валит. Я так думаю, может, сейчас машины будут загружать? Не знаю, КамАЗ только что вроде уехал. Видите, прям на дорогу. Там вообще тонны снега. Ну, не тонны, я преувеличила, да. Знаете зачем? Потому что едет такой КамАЗ и такая машина, которая сейчас ему туда будет все складывать. Смотрите. Смотрите, снег собирает с дороги и плюет ему туда. Ой, чуть промазал, чуть машину, смотрите, не навалял. Вот, туда загружают снег. Поэтому на дорогу вываливали, потому что сейчас будут собирать, прямо сейчас, вот, так убирать снег. Улица Покровка, 16. Вот, тут убирают снег, и мы тут вот пойдем по этой улице. Тут вот лайк-лайк, как что-то тут кафешка, кафе кондитерское. Смотрите. Заполняет кузовок. Закрыто. Дом. Мы оттуда пришли. Ой, здесь что-то прям все закрыли, закрыли все. Все, не пойдет он дальше. У меня тут перейти хочу. Ой, он там гостиница.
Вот тоже поднимается на крышу, смотрите. Сосульки сбивает. Далековато, конечно, дочку поставили, так можно упасть. Его надо бы подвинуть поближе к зданию. Ну, в общем, вот так вот сегодня. Быстро. Смотрите, какое здание красивое, как в Питере. Там еще фигурки такие стоят. Ой, смотрите, тоже чистят дорожки. Поехал дальше чистить. Сегодня у них везде чистят. Магазин подарка. Подарки. Петрозаводский переулок.